Привет, ребята, вы на канале GameTV3, и сегодня я продолжаю проходить игру Люциус. Как вы помните, в прошлый раз мы остановились на том моменте, где он сидит в своей комнате, и в прошлой серии мы также убили служанку в морозильной камере. Так. Идем на главу 2. Так. Так. А мы в комнате, вокруг нас куча предметов, которые, по идее, можно пособирать. Сейчас посмотрим. Так. Игрушечная машинка. Еще. Пока не знаю зачем, мне, но пособираю все на всякий случай. Так. Еще есть карта. Какая-то дополнительная. Так, ее, наверное, тоже можно взять. Еще есть игрушка. Игрушечный медвежонок. У медведя есть записка. Иногда я буду появляться с подсказками. Так. Теперь смотрим, что у нас там по заданию. Люциус находится здесь. А нам надо вот сюда, да? Так, теперь, чтобы вспомнить, куда там надо пойти ему. Вроде вот сюда, да? Так, мы где? Ага. Нам еще вниз немножко. Можно что-то взять, нет? Так. Белые трусики. Пусть будет. Я забыл посмотреть инвентарь. Так. Тут опять диалог идет. Глава 2, 12 июля 1972 года. Вредные привычки. Показатель поведения 0%. Так. Он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он стоит в гостиной. От этого у меня болит голова. И про Мэри у нас тут остается одна записка. Что вот. Я взял замок и должен положить его в карман, чтобы никто не нашел его. Он может пригодиться потом. Очень интересно, что он везет как бы дневник такой. Нравится мне. Трусики. Так, у нас есть машинки, да? Для корзины с белым бельем. Игрушечная машинка. Это можно соединить, нет? Нет, их соединить нельзя. И у нас фонарик остается, игрушечная машинка. Вот так, и мы находимся по карте, где... Так, мы куда зашли? А, ну в принципе, да, все правильно. Нам сейчас вниз немножко пройти еще. Остается. Вот сюда вот. Так, похожу по дому, туда было темно, я как бы не разглядел. Там мы где? А если я слишком часто смотрю карту, то это просто потому, что очень хочу. Тут, так тут заперто. Вот, то, что повторяю, очень хочу знать, где я нахожусь, чтобы не мучиться. Так, и тут заперто. Ладно. В прошлый раз мы вроде вот здесь пошли, нет? Ой, все, вот, вот сюда. Я носок нашел. Белый носок. Так. И вот сюда идем теперь. Кстати, может тут шкаф взять, а нет? Так, тут есть какая-то штука, нет, ее нельзя взять. Так, тут человек. Кувырок какой-то. Отвертка, в которой удобно что-то ломать. Отверткой, да? А, с ним можно подойти? Я буду немножко сдерживать, чтобы вы могли сами это все прочитать.
Потому что читать все диалоги, это просто будет очень долго и очень нудно. Поэтому буду просто держать, чтобы вы могли прочитать. Так, электрическая лампочка. Это лампочка. Гениально. Так, и вот сюда пошла вроде как тетечка, не? И заодно... Мы сейчас вроде, да, вот здесь окажемся. Ну, давайте вот сюда. Так. Теперь посмотрим, где мы. О! Мы вот здесь. Музычка такая напрягающая. Здесь сколько у нас уже предметов разных. Крест. Так, ну... Мы перевернули крест. А тут кто? С ним можно поговорить. Так. Вот я... Если кому-то очень быстро, ставьте на паузу, я буду пролистывать диалоги. Учеба. Так, мы все сделали в этой комнате, да? Нет, еще не все. Отвертка, например, на нем. А, зачем нужно мы сюда пойти? Спички. Обновление журнала. Сейчас почитаю. Я украл спички Джина. Теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Видите, дополнение сразу написали. Так. Спички. Пойдем за ним, посмотрим, что он делает. О, стойте. А, ладно, давайте. Огонь, где я могу прикурить? Так, он ищет. Отвертка, это нам подсказку такую дают. Мусорный мешок дали. Обновление журнала. Пища оснащена системой, которая предотвращает течку газа. Для этого мне нужен какой-то инструмент. Так, ну и реально перед этим мы как раз нашли отвертку. Сейчас возьму отвертку. А, где отвертка? Вот она, отвертка. Что-то ломать. Вот. Плита, сломанная газовая печь. Обновление журнала. Я сломал печь, но жена об этом не подозревает. Теперь нужно просто подождать. Так, ну все, теперь будем тогда просто ждать. И пойдем вот сюда, да? Так, теперь что мне там по карте? Ага, я должен ходить вот здесь просто постоянно, да? Там, искать. Вы не видели мои спички? А, сейчас все повторится, да? Он опять пойдет. Да. Хочу поговорить с этой тетечкой. А, значит, у нее еще и муж умер. Мэри, напомню, так звали ту служанку. Так, сцена смерти. Thank you.
Люциус спит. Мы эту машинку, видимо, не собрали еще. Обучение навыку телекинеза. О, видите, под циферкой 1 появился навык. Так, давайте. Здравствуй, Люциус. Мы снова встретились. Смотрю, у тебя отлично получается. Я горжусь тобой. Но мне нужно учить тебя более, так сказать, тонким умениям, которые тебе пригодятся. Ты можешь натренировать свое сознание и перемещать предметы силой мысли. Сейчас покажу, как это делать. Активируйте силу первым значком на нижней панели. Лишь здесь с предметом коснитесь и удерживайте его. Ага. Чтобы поднять предмет в воздух, перетащите его пальцем. Прекрасно. Теперь ты знаешь, что делать, сын мой. Ты должен продолжить свою миссию и приносить мне души. Будь осторожным, но беспощадным. Игра сохранена. У меня было ощущение, что в доме происходило что-то странное. Но я не мог понять, что именно. Поэтому решил сделать шаг назад и посмотреть, что будет. Через несколько недель раздался звонок. Как раз, когда жизнь возвращалась в нормальное русло, в этом богом забытом доме произошел еще один несчастный случай. В тот день шел дождь. Кажется, вторник. Уборщик неизвестный пьяница ремонтировал ванну на нижнем этаже западного крыла. МакГаффин. Нажмите для продолжения. Так, давайте продолжение. Настроение смерть. 4 августа 1972 года. Так, на этом я, пожалуй, опять же завершу. Сейчас сохраню игру, как в прошлый. Сохранить. Игра сохранена. И всем спасибо за внимание, за то, что вы смотрите прохождение. И пока.